все живое здесь существует за счет нерки. Просто вот несет жизнь, приносит в это озеро, запускает эту всю цепочку жизни, и все пользуются этим. И она никакой отдачи не требует, ничего она не хочет. Она просто вот приносит вот эту энергию. Реки заблокировали медведя. То есть порядка 20 медведей перекрыло речку и ждет рыбу. Нерка изменяет и поведение медведей, потому что у них много пищи, и нерка их делает очень терпимыми. Терпимость у них появляется как к своему виду, так и к нам, к людям. Со стороны заказника, если браконьерство будет продолжаться где-то, если она, мы его сейчас оставим, скажем, да ладно, все, куда она там денется? Также неразумная добыча от промышленников, которые вылавливают эту рыбу. То же самое может произойти непоправимое. Нужно думать об этом, что мир, он все-таки очень хрупкий, и в один прекрасный момент мы можем все это потерять.